Виновник резонансного ДТП в Алматы Максат Усенов вновь нарушил правила дорожного движения и допустил аварию, в которой пострадала женщина-водитель. С травмой головы ее доставили в больницу, сообщает ДВД города. Авария произошла сегодня утром. Напомню, в начале декабря 2013 года Максат Усенов, кстати, уже лишенный прав за вождение в нетрезвом виде, управляя иномаркой, сбил группу молодых людей на тротуаре в Алматы. Один парень погиб на месте. Тогда уголовное дело прекратили по примирению сторон, но позже прокуратура опротестовала решение, и Максата Усенова арестовали на 45 суток с лишением прав на 2 года. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Интернет-пользователи даже собрали несколько тысяч подписей под петицией с предложением бойкотировать Экспо-2017. Отец Максата Усенова, Кажимурат Усенов, который на тот момент был начальником одного из департаментов нацкомпании «Астана-Экспо-2017», после данного происшествия уволился.